Так, 7 августа, 17 год, 21:09 по Киеву, Харьков. Через одну минуту 21:10 максимальная, то есть полнолуние, максимальная освещенность Луны будет. А через 11 минут сегодняшнее лунное затмение, которое уже видно, достигнет максимума. Будет на 25% закрыт диск Луны тенью Земли. Вот его сейчас хорошо видно. Триста 56 тысяч километров до Луны. В общем-то получается 9 экваторов, да? Харьков на 50-й параллели находится, и вот отсюда такие открываются. Красота. Как раз на эту лунную пуповину, получается, тень падает. Прекрасно, прекрасно вообще. Камера стоит. Сейчас я поправлю. Камера стоит стационарно на треноге, и движение Луны на экране — это движение, то есть скорость движения Луны относительно Земли, скорость вращения Земли, ну, в общем, суммарно это. Ох, какая красота! Какая красота! Погодка, слава тебе, Господи, нас не подвела. Только что тучки были, и я уже совсем отчаялся. Да нет, все получилось нормально. 21:12 по Киеву. А ты где стоишь? Так. Так. Ну так, наверное, будет лучше всего, чтобы поймать его было вообще прекрасно. Так, 21:14 по Киеву, 6 минут до максимального затемнения Луны тенью Земли.
Ну, красота.